Александр Шпак объявил о расставании со своей женой Ириной. Она также опубликовала запись о разводе. Блогеры разместили на своих страницах в Инстаграме посты о разводе. Мася Шпак ограничилась сообщением, а ее муж записал видео, в котором кратко объявил о разладе в семье. Подробностями своего расставания звезды делиться не стали, но обещали ответить на все вопросы в эфире на YouTube. Шпак уже рассказал о разводе родителям. По его словам, уже несколько лет все шло к его расставанию со спутницей. «Это не пиар, это не привлечение интереса, это то, что замечали немногие в последние 3-4 года нашей жизни. Да, мы расстаемся. Сегодня в прямом эфире ответим на все ваши вопросы. И лучше налить не чай, а корвалол, а сразу анестезирующую дозу», — написала Мася Шпак.